обзоре мы рассмотрим гарнитуру Canon модели KM820. Модель прекрасно подходит как для использования в домашних условиях, так и для работы диджеем. Мягкая отделка амбушюр, полностью охватывающих уши, не только обеспечивает комфортное ношение, но и улучшает звучание, смягчает басы и улучшает резонансные характеристики. При этом за счет конструкции амбушюр звукоизоляция от внешних шумов достаточно хорошая. Отличная совместимость практически с любыми видами аудиотехники. Корпус оголовья выполнен из пластика белого цвета с металлическим хромированным подвесом излучателей. Корпус излучателей выполнен из белого пластика с глянцевым покрытием и хромированными ободками. Отделка амбушюра выполнена из мягкой кожи с поролоновым наполнителем. Крепление шнура двухстороннее. Отдельный выносной микрофон. Регулятор громкости присутствует на шнуре. Кабель в тканевой оплетке. Диаметр динамиков составляет 40 мм. Максимальная мощность 100 мВт. Диапазон частоты составляет от 20 Гц до 20 кГц. А чувствительность 104 дБ. Номинальное сопротивление динамиков составляет 32 Ом. Чувствительность микрофона составляет минус 42 дБ. Минимальная частота 100 Гц, максимальная 16 кГц. Направленность микрофона всенаправленный. А полное сопротивление составляет 2,2 кОм. Тип микрофона пьезоэлектрический. Длина шнура составляет 2 метра 10 сантиметров. Тип подключения мини-джек 3,5 мм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.